Согласно историческим исследованиям, уже в 6-5 тысячелетии до нашей эры на территории Дагестана существовало хорошо развитое керамическое производство. Гончары Дагестана вырабатывали изделия самого разнообразного назначения, как бытового, так и декоративного. История в Дагестане сложилась несколько керамических центров: Дербент, Кала, Испик, Джули, Сулевкен, ну и, конечно же, Балхар. На территории Дагестана складываются до 10 и более центров керамического производства. К сожалению, большинство из них ныне утрачены, и живым центром керамического производства сейчас в Дагестане остался только широко известное лакское селение Балхар. Наиболее распространенной неполивной керамикой, кроме Балхара, это было табасаранское селение Джули, практически где-то с середины 20 века, ну до 60-х годов активно там производилась самая разнообразная хозяйственная посуда, но в отличие от балхарской керамики, она обжигалась не кизиком, а дровами, деревом, и имеет ровный, обычно розовый, такой вот черепок после обжига. И расписывалась не белым ангобом, а красным. Кроме того, неполивная керамика производилась в кумыкском селении Эндерей, серолощенная керамика, и в нескольких аварских селениях. Все это, к сожалению, нынче утрачено. Балхарский промысел насчитывает несколько сотен лет. Скорее всего, недостаток пахотных земель при большой плотности населения и наличие природного сырья способствовали развитию в Балхаре именно гончарного дела. К тому же его удобное географическое положение создавало благоприятные условия для сбыта изделий. Сосуды балхарских мастериц отличает изумительная орнаментальная графика, неразрывно связанная с формой сосуда. Каждое изделие поражает особой грациозностью и плавностью очертаний, уникальностью узорных линий и композиций, основанных на многовековом традиционном опыте. Что же хорошо получилось, надо это время топтать ногами, руками, что там камни мы получили, мебель, это раз лишние вещи, мебель, вот так надо. Исследователи относят появление расписной керамики в Балхаре к 13-14 векам. Древнее ремесло, возникшее как простое средство удовлетворения нужд каждого горского дома, с веками превратилось в высокое искусство, известное далеко за пределами края. К концу 18 века балхарские изделия были хорошо известны среди кавказских народов и считались лучшими на Кавказе. В это время здесь изготавливалось большое количество самой разнообразной посуды. В конце 19 века, в связи с проникновением в Дагестан русского торгового и промышленного капитала, большинство кустарных производств, в том числе и керамическое, приходит в упадок. Вместе с тем, роспись балхарской посуды, оставшаяся практически единственным средством ее украшения, продолжает развиваться и в отдельных случаях достигает большой красоты и совершенства. Особое значение приобретает изготовление и роспись декоративных тарелок, особенно после того, как Испик почти перестал снабжать Нагорный Дагестан поливной декоративной керамикой. Пошла вот эта промышленная продукция, прочее, они немножко или вроде помешали, или вроде бы переостановили спрос на нашу керамику. Может это, но сейчас, тем не менее, вот сувенирные изделия, на них большой спрос, так что мы не боимся. Вот когда-то, где-то мы упустили какие-то моменты, когда надо было обратить внимание, чтобы мы не ослабили вот этот такое отношение к вот этой нашим промыслам. И вот эти моменты, эти же не возвращаются, навыки. Вот были уникальные женщины, которые делали уникальные вещи, а их никто, преемников не осталось от их работы. Так что... Балхарская посуда необычайно красива. Стройностью пропорций, тонким легким черепком, изящным орнаментом она близка лучшим образцам античной керамики. А главное, в ней живет частица души мастерицы и ее любви к своему делу. Нужно глину чувствовать, ее качество лучше знать. И... Когда вот вы работаете с глиной, вот этот сам процесс, как происходит? Вот,
Что вы чувствуете в это время? Может быть, скажем так, внутренне разговариваете с глиной или что? В голове рисуем, наверное, рисунок, который мы хотим создать из глины. В голове представляем себе. То есть так проецируете? Да, да. Какая она будет, ваза или там другой, тарелка или что-нибудь. Как отличить вот готовую вазу, вот, что она действительно хорошая, что вот она удалась? Ну, цвет должен быть определенный хороший. Эти старые мастерицы считают, что синий цвет вот, это самый хороший, синеватый цвет. Ну, конечно, рисунок, чтобы был удачный, формы были хорошие, без трещин, без всяких там. Из поколения в поколение балхарские мастерицы совершенствовали формы изделий, а их роспись напоминает ажурное кружево. Расписанное приглушенным белым цветом по красновато-коричневому, а местами серо-черному от дыма черепку, балхарская керамика отличается спокойным величием и суровой красотой. Ассортимент балхарских керамических изделий был традиционно широк и разнообразен. Это большие водоносные кувшины, маслобойки, емкости для хранения зерна и муки, горшки для цельного и кислого молока, кувшины различных форм и назначения, тарелки, в том числе и декоративные, пиалы, миски и так далее. Орнамент росписи отличает приверженность к традиционной культуре, богатство элементов, утонченность линий, завитков, спиралей, плавная округленность контуров, мелкие детали, варьирующие основной узор, отсутствие строгой симметрии. Главный рисунок располагается на верхней половине сосуда, подчеркивая выпуклую его форму. Каждая женщина свое добавляет каждый рисунок. Много, но определенно сколько мы не знаем. Они вот эти элементы, они какое-то свое название имеют? Да. Каждый, вот основной рисунок, он имеет название там. Змейка называется. Потом ну, как... Змейка это, наверное, вот так вот. Да, волнистая. Потом, ну, по-русски кукла, а по-балхарски стиху вот такой тоже есть. Потом ахну, это как куропатка. Куропатка вот. Вот такой есть рисунок. Чапулус называется, это как сапог. Вот такой. После революции в Балхаре был организован промысловый колхоз, который занимался изготовлением различной хозяйственной утвари, черепицы и водопроводных труб. В 1936 году была организована артель по выпуску художественных изделий, в которую вошли многие известные мастерицы аула. С 1952 года изделия балхарских кудесниц выставляются на всесоюзных и международных выставках, где неизменно вызывают множество восторженных отзывов посетителей и высокую оценку специалистов. Конец 20 века для балхарского промысла характеризуется очередным кризисом. Балхарская керамика, принесшая наряду с другими промыслами мировую известность Дагестана, находится на грани выживания. Ситуация в Балхаре такая, что производство есть, но занимается минимум там, человек, 10 человек занимается этим производством. А в те годы занимались на 20, 30, 40, может 50 человек. Да? Была как-то государственная эта программа и реализации, и производства, все такое. Но сегодня этого не может быть. Этого не будет сегодня. Вот те люди, которые сегодня во главе с Абакаром, энтузиасты мы их называем, как бы, да, эти люди пытаются что-то делать. Но государство должно поддерживать, не только вот на сегодняшний день государство поддерживает народный промысел, чем? В первую очередь льготным налогообложением. В первую очередь. Второе, у них субсидирование процентных ставок по кредитам. Ну, определенные поддержки есть для всех промыслов. Но центры мы должны совсем по-другому поддерживать. Почему? Потому что если центры, если государством целенаправленно не будут поддерживаться, это не сохранится никак. Вот частные мастера, они не могут этого сохранить. Вот ученичество мастеров может быть только при центре. Вот хороший мастер же должен свое искусство куда-то передать. Мы же должны их обучать. В школах должны быть кружки определенные. Вот те годы были, и в Балхаре были, и во многих других селах были эти кружки в центрах. У нас сегодня нет. Но сегодня у нас понимание правительства есть по этому поводу. Они и много и вопросы поднимают, и совещания, и так далее, и так далее. Вот таких серьезных подвижек сегодня нет. Каковы перспективы вообще? Вот, сегодня подвижек нет. А есть вообще перспективы, что они будут? Конечно, есть.
перспективе, вот вы понимаете, это же часть нашей культуры, часть нашей истории. Мы, естественно, должны такое понимание прийти, что туда деньги обязательно в любом случае должны вкладываться государство. Искусство, культура же не может просто так вот его на уровень ремесла какого-то, на уровень там утилитарного ремесла его вот это, на уровень поставить мы не можем. Если вот так поставить, у него нет перспективы. Если мы четко скажем, что это наше искусство наших предков, которое дошло до нас и должно идти наследие, которое должно идти дальше, вот тогда у нас, конечно, есть перспектива развития. Вот это понимание сегодня есть в правительстве, в Республике Дагестан. И уделяют внимание определенное. Вот, например, по Сулевкенту, мы знаем, там определенную работу сделали, там практически там был забытый промысел, какое-то возрождение идет. Здесь промысел есть, нужно развитие сегодня. И главное, и спрос есть на их изделия сегодня. Ну, да, все дагестанцы, да, дагестанцы начали понимать, что не надо какую-то китайскую вазу поставить, лучше поставить нашу же дагестанскую. Она намного доброкачественнее, она намного там ближе к сердцу дагестанцев. Ну, в конце концов, это все-таки наши. Это наши, это которое от наших предков к нам прошло, это у нас в крови все это. Хочется верить, что Дагестану удастся сохранить традиции своих гончаров. Тем более, что предпосылки для этого есть. Ведь спрос на их работу сегодня большой.